5 апреля, тепло продолжается. Но завтра обещают дождик. Нужно сходить в сад и вытащить бочку. Дорога до сада все лучше, ручейки все меньше. Так что нужно будет приготовиться к завтрашнему дождю. Я тут краски целый пакет принесла. Пригодится колесики вон там за территорией красить. Так, ой, ну такая вот погода замечательная. Даже не верится, что будет дождик на 3 дня. Ладно, поживем, увидим. Вот сюда нужно будет под водоотлив на место вот сюда поставить бочечку. Сейчас сделаем и опять в ночь на работу пойдем, а потом 2 дня выходных. Но если будет дождик в эти 2 дня выходных, в саду ничего не поделаешь. Работы много. Вон сколько травки и листочков сухих. Ой, птички-то как поют, как им весело. Вон сколько сушняка много. Ладно, подождем, еще же только 5 апреля. Успеем. Где у нас тут бочечка-то спряталась? Вот так. Метелка не нужна. Опа. Так, метелку мы уберем пока. Пускай здесь вот полежит. Так, бочка. Хорошо, она легкая. А где у нас? Вот еще продолжение. Водоотлив. Сейчас тут красоту настроим. И вся полезная дождевая водичка будет у нас собираться в бочку. Доброе утро, 7 апреля. Ну вот, похоже, обещания синоптиков сбылись. У нас пришло похолодание. И не только снег. А, вернее, не только дождь, но даже и снег. Ну ладно, я думаю, это ненадолго. Весна все равно возьмет. За тот цветочек. Ну вот, распустился. Какой яркий, красивый. Ладно, будем ждать следующее потепление. 8-9 апреля. Тучки у нас уходят вон туда, далеко. Снежные, страшные. Дождь и снег чередовались эти 4 дня. Может, дальше обещают потепление. Поживем, увидим. 10 апреля. Погода улучшается. Дорожки просыхают, скоро в сад. А у меня тут новые растяжки. Ой, каланхой весь уже отцветает. Надо будет его подстричь. Цветочки вон новые распускаются. В общем, красота. Так, у меня тут грядки. Как поживают мои грядки? Елена, Новосибирск. Привет. Ты спрашивала, как мой перчик? Вот. Перчик болгарский, вот который богатырь. Вот так выглядит. А вот который горький, он какой-то весь такой длинненький, худенький. Может, ему так надо? Ну, не знаю. Так, как-то я заболела и чуть-чуть гундосью, у меня горло опухло. Вот, перчики так выглядят. А здесь еще вот петунью насеяла тоже первый раз. Не знаю, какие-то волосики вылезли, но что-нибудь да уродится. А еще из новенького, кого я сажала, вот такую декоративную капустку. Вот 2 здесь зашли, 2 нет. Ну, там другие, вон там еще у меня на окошечке, вон там 2 зашли. А остальные 2 штучки молчат, не хотят. Еще я посадила 3 огурчика и вот такой вот летний кипарис, чтобы потом кружочками вокруг них петунью посадить. Ладно,
что-нибудь да вырастет. Вот такой вот у меня тут парничок домашний. Все, завтра еще будет тепло, дорожка высохнет. И в сад, на уборку. 11 апреля. Дожди прошли, опять тепло. Пора пришла в саду убирать. Открывать чеснок, клубнику. Так что эти денечки теплыми обещают. Надо поработать. Бочку для дождевой воды не зря я поставила. Половина где-то набежала. Сейчас посмотрим.